Сегодня пятница, вечер. Мы собираемся выходить уже из зоны. Такой вот у нас бардак. Мы все в сборах. Нас ожидает долгий и тяжелый переход. Впереди еще много интересного. Покажи наши бутылки. Ну, вот у нас сегодня расход воды был вот такой. Вчера только набрали, сегодня уже ничего нету. Пьем. Да, ничего не осталось. Как кони. Коля улыбается. Он не спит уже третьи сутки. Да. Собирается. В смысле, а не спать нам еще как минимум полтора суток, потому что нас ночной переход ждет. В нем мы немножечко отдохнем и по максимуму будем идти. Все, до новых встреч. Время 5:50 утра. Мы подошли к Буряковке. Очень холодно. 2 градуса. Прям с нетерпением жду, когда солнце встанет. Уже будет потеплее. А здесь уже на подходах виднеются остатки техники. Нам еще идти 300 метров. И здесь уже куча всего. Все разобранное. Здесь просто нереальные завалы. Но это в основном все сельхозтехника. Какой-то бусик. А мы уже почти на подходах. Здесь уже больше техники. Могильник у нас вот там. Сейчас попробуем по этим завалам туда проникнуть. Просто кучами-кучами сваливали вот так вот. Жестоко. Эти бедные машины. Просто навалено. Невозможно как. Взбираемся на гору. Сейчас посмотрим с высоты, что там у нас имеется. Отстойничек уже виден. Так, сейчас уже приближаемся. Надо аккуратно, хоть рассвет, но все равно не стоит терять бдительность. Периметр здесь везде практически целый, но я думаю, что мы пробуем в дырку просочиться. А вот здесь, блядь, Коля напугал меня. Вот здесь уже кто-то заделывал. Ну ничего, мы пролезем вот здесь. Здесь тоже нормально. Просто невероятная красота.
Раннее утро, солнце, пение птиц и отстойник радиоактивной техники. Вот в этих контейнерах уже фрагментированные части. Вася здесь не написано. Но какой-то Вася здесь побывал и решил отметиться. Интересно, что это за винт? Какой-то бур. Ну вот, мы наконец-то дошли до роботов. Это у нас робот-луноход, который участвовал в ликвидации последствий аварии. Остался без двух колес. Видимо, они пошли кому-то на переплавку, на продажу. Ну, а вот, собственно, и Джокер. Еще поснимай немного техники. Это вертолеты. Мы еще к ним подойдем. Сейчас обойдем вокруг. Мы же практически весь отстойник обошли. Осталось нам исследовать совсем чуть-чуть вот этот ряд. А вот здесь находятся части обвалившейся кровли марш-зала Чернобыльская АЭС. Сюда ее привезли и оставили. Так, там уже собаки залаяли. Мы отсняли почти все батареи, уже проехала машина, уже залаяли собаки.
И мы должны отсюда быстренько ретироваться, пока это не довело до греха. Отсняли практически весь отстойник. Конечно, здесь можно было бы более детально полазить, но это более интересно с дозиметром и с человеком, который больше во всем этом разбирается. Останется на следующий раз, значит, у нас. Запишем себе записную книжку. Не забудь взять дозиметр в поход. Все, пока, Буряковочка. Спасибо тебе за такое чудесное времяпрепровождение. Так, как он здесь лез.